Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юба Кигер, моя любимая жена Машенька. Машенька, блядь. Привет. Итак, друзья, сегодня будет очередная часть масштабного эксперимента зимовка пчел. Так как сегодня есть два основные фактора, которые показывают на то, что есть зима. И это 1 декабря, так как сегодня первый день календарной зимы. И сегодня первый день упал снег. Вот так это все выглядит. Если обратить внимание, смотрите, как на наш нуклеус полностью завеяло снегом. Сейчас его мы вместе с вами почистим. Ну и немного как бы аналитики на сегодняшний день, так как смотреть всеми не намерен. До 15 января вообще не буду ничего трогать. 15 января будем анализировать вместе с вами. Пока ничего не хочу смотреть, так как сейчас смотреть толку мало. Раньше, если у меня было еще желание смотреть, сейчас у меня оно абсолютно пропало. Так как этим всем, что мы лазим периодически, конечно, в любом случае, немного им-то мешаем. И немного аналитики на сегодняшний момент. Значит, что у нас получается? Обычно у нас конец ноября или даже в декабре месяце бывают какие-нибудь облеты. Такие, массовые облеты, это такой последний крик так теплой осени, где пчелки хорошенько облетаются, после чего уже садятся и сидят. В этом же году, уже в течение месяца этого не было. Будет ли оно еще в этом году или не будет, пока тяжело гадать, тем более, когда снег упал. Например, в прошлом году последний этот облет был 5 декабря. Мы как раз в этот день переезжали в наш новый дом, тут, где мы живем сейчас. И как раз, когда мы приехали, мы вам еще снимали ролик, что пчелы настолько обрадовались, что мы приезжаем к ним, что и вылетели, и облетелись. Это был шикарный облет. Он, конечно, не был очистительным, так как наблюдать такое явление в декабре месяце, это довольно очень странно, если бы пчелы очищивались массово, так как это бы говорило о их уже как минимум неблагополучном продолжении зимовки. Это просто был шикарный облет, где пчелки облетелись, после чего сели и сидели. В этом же году будет он или не будет, но тем не менее. Уже месяц сидят, пускай сидят. Я особо по этому поводу не переживаю. Давайте сейчас почистим, так как в данном нуклеусе мы сейчас зимуем без вентиляции. В любом случае, в дальнейших наших эксплуатациях данных нуклеусов будет предусмотрена зимняя вентиляция. Мы пока не знаем, будем ли мы пользоваться летнюю вентиляцию. Вот этот под знак вопроса. То, что зимнюю мы будем использовать, это однозначно. И вот если будут происходить такие явления, а они вероятные, соответственно, чтобы мы не бегали и не чистили, а чтобы нижняя вентиляция делала свое дело. Потому что если оставить и без нижней вентиляции, понадеяться только на литок, исходя из того, что мы уже на данный момент видели, мы видели, что под пленкой немного образуется влага. Это первая проблема. И вторая, возможность засыпать литок так, что просто-напросто не будет им возможности вообще никакой вентиляции. Так, друзья, чистим. Как бы я туда залез? А может, ключами? Потому что снег еще и в литку. О, пчелка мертвая. Да, так будет. Так будет нормально. Это тоже почистим. И пускай дальше сидят. Так что, друзья, такая очередная часть. Началась зима. Поздравляю всех с первым снегом. С каждым днем все меньше и меньше к новому сезону. А работы, не знаю, как у кого, но у нас еще очень много. Но, тем не менее, стараемся, трудимся и желаем всем хорошей зимовки. Смотрите, на многих ульях можно проанализировать, что литки позакрывало. Где-нигде видно, что именно там, где литок-то уже, наверное, из-за все-таки какого-то выхода небольшого теплого воздуха, где-нигде-то все-таки протаивает. Ну, а в некоторых местах, например, как на этом или на этом, полностью они закрыты. Давайте хоть одну откроем. Например, тут, где например, закрыты полностью. Что у нас тут? Что мы тут сможем увидеть? Пчелиная семья сидит. Сколько сломок ее. Где? Ого, ужас. Безобразие. Это нашествие, друзья, слимаков. Это нашествие слимаков. Как они будут, как это будет сказываться вообще на все, понятия не имею. То, что они, заразы, тут нафиг не нужны, это точно. Друзья, эти две лишние на семёх сидит клуб. Сидит плотно, красиво, хорошо. Засранцы, смотри. Да. Они также, друзья, и делают, и
ну, немного какают там и оставляют следы каких-то какашек. Не к добру это, конечно. Это второй год такое нашествие слимаков, но это первый год, когда они еще и посмели залезть в улей. Этого раньше не было. Как это скажется на все остальное, будем только гадать, что все будет хорошо. Все, друзья, на этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.